Всем привет, с вами канал Амир Бэй, и сегодня у нас тут папа принес нам такой новогодний подарок. Тут есть конфеты, собака. Вот, посмотрите. Конфеты, вот собачка, собак, потому что год собаки, 2018 год. Дальше тут конфеты. И, кстати, добавление такое, здесь подделки можно вырезать. Тут... Это у нас для селфи. Для селфи такие... можно вырезать всякие маски. Вон сыщик даже. Лупа есть. Вот. И вот все такое. Можно вырезать и сделать новогодний селфи. Дальше здесь у нас такая сумочка есть. Вот. Так, здесь можно хранить коньки. В виде конька сумка. Это все было вот в этой вот сумочке. Дальше у нас будут конфеты. Давайте посмотрим, какие там конфеты. Такой мешочки вот. Давайте откроем. Открываем. Так, я открыл. Смотрим, что здесь есть. Давайте. Здесь чупа-чупс. Мишка Барни шоколадный, кстати, мой любимый. Вот. И Аленка какая-то новая. Вот. Новую Аленку мы такой не покупали. С шариками. Горест шоколадный. А. Дальше это ММДНС такой новогодний. Мы такие один раз покупали, я помню. Дальше у нас это какие-то вафельки. А, это каждый год такие, я помню, в прошлом году тоже такие были. Дальше сейчас. Давайте посмотрим. Это какой-то. А, тоже в прошлом году такое. Давай. Так, что тут записка? А, это типа записка какая-то тут. Собака пришла. Дальше киндер тут. Тут такая собака плюшевая. Дальше такой вот киндер. Давайте его откроем. И другие игрушки. Можешь, кстати, и попасться и открыть. Я такие киндеры не покупала. Вот я открыл по-своему, я люблю так открывать. Давайте посмотрим, что там в капсулах есть. Так, сейчас. Ну-ка. Ух ты, нам какой-то... А это из коллекции? Да, это из коллекции попался. Вот, оранжевая капсулка, что-то я уже забыл. И наклейка тут такая. Нам попался вот такой вот бегемотик, он с глазками. Нужно наклеить будет его. И вот вклад. Давайте посмотрим коллекцию. Так, ага, тут двойной вкладыш, да? Так, вот такой вот бегемотик и вот вся коллекция. Это у нас какой-то Happy Family. Сейчас я наклею глазки ему, а потом уже покажу. Итак, вот я уже наклеила наклейки ему, посмотрите. Ну, хоть немного кривовато, а может быть это так и надо, не знаю, как бы кто-то радует. Бегемот-строитель. Может, у меня получилось. Дальше перейдем к шоколадке. Тут все виды, смотрите, Сникерс. Маленькие мини-шоколадки, Марс, Милки Вей, Твикс и Баунти. А также всего столько вот конфет, коробок. И всякие. И вот моя любимая конфета. Это самая моя любимая такая вот. Сейчас я открою. Давайте посмотрим, какая зверушка у нас попадется. Так, такой прочный. А. Я открыл, мне попался вот такой вот мишка. Это мои любимые конфеты. Ну вот и все сладости, конфеты остались только. Я думаю, это вам будет скучно, что я буду рассказывать, как название этих конфет. Ну что ж, на этом у нас все. Я вам показал конфеты. Также новогодние маски уже показал тоже. И собачку такую. Ну что ж, на этом у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Амир Бэй. Всем пока!